«Школа мира» – это новый инновационный проект внеклассной работы, который проводится по инициативе Белорусского фонда мира в тесном сотрудничестве с Министерством образования при поддержке Белорусской православной церкви. Его цель – создать единую сеть школ мира Республики Беларусь, чтобы учащиеся этих учебных заведений принимали активное участие в различных акциях и мероприятиях проекта, прилагали все усилия для сохранения мира, дружбы, взаимопонимания и согласия на нашей земле. Цели и задачи школы мира, они созвучны с темой начавшегося уже 2023 года, год мира, год созидания. Поэтому главная задача, которую сегодня мы ставим не только перед школами мира, но здесь особенно, чтобы дети учились ценить мир, учились сохранять этот мир у себя в душе, в классе, в семье, на улице, в обществе. В Брестской области участниками проекта «Сеть школ мира» уже стали 11 учреждений среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Школа номер 8 имени Героя Беларуси Владимира Корвата – первая в Ленинском районе города Бреста, которая удостоена этой чести. Свидетельство о присвоении высокого звания школы мира было вручено в торжественной обстановке в присутствии учащихся педагогов и почетных гостей. Такой чести удостоены за свои дела, за гуманизм, за пропаганду мира, за то, что борются против насилия, за сохранение исторической памяти. Все эти дела, их добрые, были учтены, и честь, которая сегодня оказана, звание «Школа мира» присвоена абсолютно заслуженно. Восьмая школа всегда была образцом учебы и поведения. Ведь именно здесь есть правовые классы, музей имени первого героя Беларуси Владимира Корвата и клуб «Патриот». Ее волонтеры помогают ветеранам, ухаживают за воинскими захоронениями и проводят активную поисковую работу. Школа воспитывает нас вежливость, уважение к старшим, гуманность, патриотизм, конечно же. И мы будем с гордостью нести звание нашей школы. Школы мира. Мир очень важен в нашей жизни, потому что без мира невозможно какое-то взаимоотношение, дружба. Я очень рад, что мы теперь в статусе миротворцев, и другие будут на нас равняться. В этот день в ряды миротворцев торжественно были приняты учащиеся 7-х и 8-х классов. Это добровольцы, которые готовы трудиться на благо других. Своей инициативой, творчеством и добрыми делами они будут сохранять и приумножать национальные культурные ценности, а также прославлять свою страну.